Жителей города хочу успокоить на предмет того, что некоторые деревья сейчас выглядят желтовато или как-то может быть подозрительно относительно их цвета листвы. Хороший подходящий период для пересадки деревьев – это осень и весна. Тогда нет сокодвижения такого обильного, как летом, когда есть большое количество листвы и постоянное сокодвижение. Соответственно, деревья переносят пересадку легче. Пересадка для деревьев – это некий стресс, который они испытывают, потому что со своего привычного места, где они, питомники у нас, выращивались, их пересаживают в другое место. Сейчас для хорошей реабилитации деревьев, уже непосредственно на месте, это достаточно полива. Никакого дополнительного ухода не нужно. Деревья, выращенные в питомниках, значительно отличаются от тех, что приведены из леса, своей корневой системой формированной, что благоприятно влияет на их приживаемость. Мы занимаемся озеленением более 18 лет. Наши деревья знают уже многие люди и обращаются к нам как к специалистам, которые обязательно реализуют проект. Деревья останутся, не погибнут. Тем более мы гарантируем уход в ближайшие пару лет. Организация «Зеленый мир» для реализации проекта по благоустройству планирует высадку 370 тополей и берез в общей сложности и более 3000 кустарников.